15 декабря прошлого года началось строительство в Нарве театрального центра «Вабалава», что в переводе звучит как «свободная сцена». А 24 апреля уже этого года строители отметили традиционный праздник «Стропил». Первые уже репетиции начнутся в ноябре, поскольку у нас будет премьера здесь. «Транзит» приедет, это «Рам», театр. Поэтому к началу сезона, к началу открытия 1 декабря очень ждем, что все будет в порядке и красиво. Сейчас уже практически завершаются отделочные работы. В новом театральном центре расположится основная сцена «Black Box», театральная сцена Нарвского театра «Ильмарина», телерадиостудия эстонского национального вещания и ресторан. Сейчас активно ведутся переговоры с возможным арендатором на помещение ресторана, а также с театром «Ильмарина», руководство которого пока еще не приняло окончательного решения. Почти каждый день мы общаемся с возможным арендатором ресторана и до сих пор приглашаем заинтересованных. И очень надеемся, что у нас будет свой ресторан или хотя бы кафе. С «Ильмариной» тоже идут переговоры. В принципе, договор с ними подписан, и для них построен этот зал. Они хотят, и мы хотим. Если будут какие-то, может быть, обсуждения по оплате или еще что-то, мы готовы к переговорам. «Black Box» по своим параметрам – это камерная сцена, практически не отделенная от зрительного зала. Будет вмещать около 220 зрителей. А высокие потолки позволят значительно разнообразить афишу. И помимо театральных постановок в Нарву можно будет привозить даже цирковую программу. Этот дом здесь, если честно, будет в техническом плане даже лучше таллинского здания. Я приведу несколько нюансов. Например, в Нарвском центре будет очень хороший и довольно высокий «Black Box». Таллинское здание в смысле «Black Box» немного ниже. Плюсом Нарвского здания является именно высота в 6,5 метров до софитов. Это значит, что мы можем сюда привозить очень разнообразную программу. Мы в графике, это самое главное. Мы очень надеемся, что все успеют даже пропылесосить и вымыть до того, как придет сюда президент. Президент Эстонии Керсти Кальюлайд должна будет занять свое рабочее место в новом театральном центре 28 ноября. И ее кабинет будет располагаться в помещениях эстонского телерадиовещания. А 1 декабря состоится торжественное открытие нового театрального центра «Вабалава» в Нарве. Сергей Степанов, Артемий Фомин. Специально для «Кофе плюс».